Экономика за год выросла на 2,2%, МЭРТ. На рост экономики на 2,2% повлияла высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС. Валовый внутренний продукт Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Об этом у себя в Твиттер сообщило Министерство экономического развития и торговли со ссылкой на оценку Государственной службы статистики. По оперативной оценке Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Среди положительных факторов – высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС, сказано в сообщении. Напомним, в четвертом квартале 2017 года рост реального валового внутреннего продукта Украины по сравнению с аналогичным кварталом 2016 года составил 1,8% по сравнению с 2,1% в третьем. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.